Видите, друзья, как мы тут зависаем. Давид, красавчик, приехал, говорит, поехали где-то пиццу покушать. А рано утром. Рано утром. Шашлык, мясо нельзя, говорит, с утра кушать много. Говорит. Мы приехали куда-то в центр. Назад мы будем ехать, посмотрим, куда мы приехали. Сидим, отдыхаем. Такой ресторанчик тут уютный. Решили покушать. Мы все долго собираемся, все никак собраться не могли, да? Короче, приятного нам аппетита. Да. Где это мы едем? Что? Улица Красноармейская. Красноармейская. Можно сказать, что центральная. После такого... А, Кузбасский технический университет, да. Короче, после такого то ли завтрака, то ли уже обеда. Что у нас было, Давид? Не знаешь? Ну, что-то завтрак. Завтрак плавно перетекший в обед. Факт в том, что обедать я сегодня уже больше не буду, это точно. А такое сейчас состояние, что я, наверное, даже и ужинать не буду. Не, ужинать будешь. Буду, да, уже к ужину проголодаюсь. Я чуть впихнул эту пиццу в себя, вкусная такая. А что это впереди вот там такой большой? Цирк. А, это цирк? Ну, круглая. Ну, это цирк, да? Это цирк. Я что-то это забыл, через центр. Да ладно! Что страшно, там дедушка Ленин, что, мы в другой раз на него посмотрим. Все хорошо, но надо ехать дальше работать. Хотя, если честно говорю, сейчас будет 2, а то, наверное, и 3 часа. Я бы с таким удовольствием бы поспал. Но... Увы. Так, мы сейчас туда выедем, да, получается? За Левин. Ну, уже за Левин. Да. Как ехали сюда. Все, съездили, отдохнули. Класс. Посидели, поговорили, чайку попили. Чай тоже вкусный. Очень мне понравился. Прокатимся по улочкам. Хотел сказать провинциального Кемера. Ага. Вот центральная школа искусств, да? Чуть-чуть большой такая. Улица Красная. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Ну да, такое здание. Серьезное. РЖД. Судя по зданию, например, наших людей судят, да? Да. Но... Судя по зданию РЖД, то сколько людей работает, типа в РЖД. Это ж все эти офисные. То, наверное, это административно-сибирское какое-нибудь управление. Да. О, здесь сейчас мы вблизи увидим, что тут все-таки у вас построили и еще чего-то строят. Какой-то полукруглый, что там. Стройка идет полным ходом. Какой-то как тоже как дворец какой-то получается. Похоже. Да, наверное, спортивный. Но спортивный комплекс, наверное, какой-то. А может это вот она и есть? Да. Последний раз, если этого не было, он то строилось. А сейчас уже, видишь,
уже здесь такая серьезное строительство. Это уже все готово. Здесь что, да, Ледовый дворец, да? Ледовый здесь? Дворец, да. Угу. 300 лет Кузбасс. Ну, тут комплекс такой большой. Угу. А, все, ну, спортивный комплекс. Московская площадь называется. А, это Московская площадь, это рядом. Ну, это, наверное, все вместе. Хотя нет, отдельные организации, да. Только что-то людей нету. Работают все? Ясно. О, а это туда, я сюда сворачивал. Роснефть когда искал. Удачи, дорогой. Всех благ и до новых встреч. Почему так говорю? Потому что я спать хочу. Мы так покушали плотно. Время 11:30. Какое спать? Работать надо. Съездили, посидели. Недолго. Пару часиков потеряли, но... отдохнули, позавтрака обедали и так далее. Едем дальше. Сейчас единственное, что да, заедем в магазинчик. Я уже Давида не стал напрягать. И так неудобняк. Еще в магазин, чтоб завез. Красавчик. Давай, брат, удачи. Оттуда все видно. А? Оттуда все видно. Все видно. Высоко сижу, далеко гляжу, все вижу. Все, спать неохота. Сейчас в ритм войду, куда деваться-то? Какое спать? По которым проедешь. Как да, да, сейчас трно, трно, и все будет хорошо. Кофе есть? Что-то да, все есть, все. Не-не, все есть, у меня заварены, все. Все отлично. Все, Давиджан. Давай, удачи. Silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape, let's escape. Say hello to the day.
desert sky. These open highways are calling our name. And now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Задержались, но оно того стоило. Да, когда заправлялись, еще Сергей подъехал с Горного Алтая. Пламенно тебе, дружище. Как раз здесь гостил в гостях и собирался ехать домой. Где-то вот впереди меня едет. Ну, он давно уже уехал. Уже где-нибудь к Новосибирску подъезжает, наверное. Ну, а мы только-только вот выходим из Кемерово. Время у нас уже 1:00 дня. Да, потеряли мы здесь время, но, я же говорю, еще раз повторю, оно того стоит. С хорошими людьми провести время, пообщаться. А нагнать время, если надо, мы всегда можем. Что-то у нас даже какой-то снежок тут падал. Здоровый. Чуть-чуть. Короче, сегодня уже пасмурно. Плюс 3 всего. Видите, тучки, облачка. Ну, все, покатили. До Новосиба, Новосиб. Обходим, ну и на Омск. Одна дорога. Другой нет. Еще у нас
катимся, чтобы совсем не останавливаться. Давай. Оп, сим-сим. Красавчик. Эти здесь постоянно. Здесь целая стоянка. Любят они тут тусить. А, два экипажа прямо тут на месте. Киргиза, ну... Киргиза пропустить, это... Ой, узбек, узбекская машина стояла. Узбек, киргиз, казахи. Нифига не пропускают. Чего они там от них хотят, пацанов? Распечатка дай. Смею предположить. Какой листопад. Да, погодка что-то не... Такие денечки вот стояли, да, вчера, позавчера. Как ты назад возвращаешься, разворачивайся обратно и... не снежок уже, даже какой-то там такой, не то чтобы снежок, но обозначился, что я вот скоро нарисуюсь. И тут, ладно, было там пасмурно, там туда ветерок подул бы на запад, какой же зараза на восток дует. Не дает нам экономить редиска. Стороны все четко, нормальная обычная износка, как обычно.
нужно. Ну и передок тоже посмотреть. Но пока еще нормально. Тут уже возможно в ближайшие там сколько времени тоже может справа налево надо перекинуть. Но что-то вот там, где съели, съетое было. Разворота вот с левой стороны наружная часть, сейчас тоже наружную часть, ну, подъедает, но не так, конечно, как до этого. Тоже надо будет, пока еще нет, но мониторить нужно. А вот среднюю ось сквозь на прицепе нужно перекинуть. Ладно, забиваю, лучше уже всякое. Квадрини. Кофеек заваривается. Пойдем глянем колесики, которые, про которые говорил. Объездная Новосибирска. Не обращайте внимания, сменей никто не отменял. С дороги съеду, не хочу на обочине становиться, постоять полчасика, кофе попить. Кушать не хочется. После пиццы в Кемерово. Не знаю, но оно так еще практически, в принципе, незаметно. А может и не трогать его пока. А может у меня с той стороны есть. Не, с этой стороны оно вообще как новое. С этой стороны такое ощущение, что есть снаружи. Просто что-то я как-то стоял, оно меня смутило. Ну вот этих черточек уже, видите, нету там. А с той стороны есть. Не, ну есть подъедание небольшое. Ну небольшое, но есть. Есть, оно как-то так вот волнами. Я думаю, страшного ничего не будет. Если мы это поставим туда, то поставим сюда. Оно видно, вот есть. А так дорожки, ну вот чуть-чуть есть. Вот тут, как бы просто сейчас грязно так. Особо незаметно, не увидишь вернее. Здесь на этом колесе тоже. Вот тут дорожка съедает. И там дорожку съедает. А это снаружи вообще никаких практически изменений. Да, вообще нету изменений. Вот как отбалансировал. И там все на месте. Вот если по протектору судить. Я думаю, будет свободно. Если будет очередь, конечно, ждать не буду, а будет свободно, заеду и переставлю. Не так это много, не так это дорого. Слева направо перекину и еще делов-то. Мурзатенькая, а? Урзик! Красотка! А так все пока. Тьфу-тьфу-тьфу. Вроде все гуд. Сейчас он кофе заварится, попьем и порулим дальше. До Омска, как до Омска, я не знаю, вряд ли. До Омской области, может, сегодня и дойдем. Чумазик наш, чумазик.
И сзади камур запал. Ой-ой-ой, что делается? Надписи даже не видно. Орлов так этих вообще не видать. Присматриваться надо. Ладно, пошли кофе пить. Нормальная такая бомба, да? Вот так вот ездить. И когда у тебя столько газа за спиной, за спальником. Охренеть, сколько тут баллонов-то. Не знаю. Но выглядит все это крайне стрёмно. Это фирма «Монгол» называется. Карта. Газ, РФ. Ну, скажу так, зрелище, конечно, выглядит он весьма, даже не знаю, сел бы на такую или нет. Мы в Убинском заехали, то ли. Ну, у нас сегодня было завтрак и обед. Сейчас, получается, был типа обеда-ужин или полдника-ужин. Вот. Затоплено. Поедем еще дальше. Поработаем немножко. Затоплено. Поехали отсюда, ну, в баню. Стрёмный такой чувак. Не знаю. Стрёмное авто. Честное слово. О, Новосибирск 215. Ну, от объездной это, конечно, поменьше. Омск 409. Ну, надо еще потрудиться сегодня. Рановато еще становиться, поэтому машины уже заезжают, паркуются люди. Ну, если по Новосибирскому смотреть, то сейчас без 15:08. Если взять бонусный час Омского, сейчас без 15:07. А, нет, фру. Если по Новосибирскому без 15:09, по Омскому без 15:08. В общем, поедем еще. Малость прокатимся сегодня. По ночной дороге. Плюс алерочку на Газпроме. Не покупатели, продавцов нет. Беда. Продал 200 литров. О! Это же сейчас заберу, вот подъезжаю. Тоже подъезжаю. Видите, как кому-то фартануло? Прям вот только сказануло, и тут же на те две соточки подъехало. Стороны.
покупать. Где тут? Белицор. Место есть, слава богу. Там, где это разрешено. Затем плавно поверните направо. О, аж бегом бежит. Давай, давай. Она самая. Так, все, рацию выключаем, а то здесь куплю, продам. Куда с утром поедете? 9 где-то. От 9. Куда вот и века стоит, возле веки беленькие, вставать, пожалуйста. Угу. Может в 8, может в 9, но не раньше. Как выспимся. Так мы сегодня так это продуктивно потрудились. Что-то пару дней балду гоняли. Сегодня так вроде ничего. Это слева это РФ стоят. Жужжащие. Возле Ивеки, так возле Ивеки. Все, братцы. Нам спокойной ночи, а вам спасибо за внимание. Сразу. Перепроложить. Не надо уже ничего перепролаживать, я спать пойдем. Где это разрешено, затем плавно поверните направо. Все, всем спасибо. Нам приятных снов. Остановимся и улюлю. Всем пока.